Вейкборд такой вид спорта интересный. Ты вроде катаешь для себя, но неплохо бы, чтобы на это кто-то посмотрел. Кто-то начал привозить первые вейкборды, мы еще катались на водных лыжах. Естественно, было интересно попробовать, что это такое. В 90-е годы все упростилось. Конкурентов убирали как могли. Наш катер угнали ночью в Финский залив. И написано там, Никита Мартьянов дисквалифицирован. Захотелось открыть вейкбординг с нестандартной стороны. Ну что, вылетаем? Давай всю нашу энергию.